Авторадио. Когда апрельское солнышко начинает активно припекать, многие автовладельцы норовят спрятаться за тонированными стеклами, а некоторые инспекторы ДПС за эти стекла норовят заглянуть. Что такое предметы или покрытие, загораживающие обзор с места водителя, и какое за их использование предусмотрено наказание, сегодня мы попытаемся разобрать. Итак, тонировка. На автомобилях зеркальная тонировка запрещена совсем, а вот обыкновенная разрешена, но с ограничениями. На передних стеклах она должна пропускать не менее 70% света. Помните, что измерять уровень тонировки инспектор ДПС может только сертифицированным прибором, но никак не на глаз. Если выяснится, что уровень тонировки превышает допустимые нормы, инспектор может оштрафовать вас на 500 рублей и снять с машины регистрационные знаки. Впрочем, если вы успеете тонировку удалить, регистрационные знаки снимать никто не будет. Шторки. Модная вещь, но опасная. Пока они не открыты и не загораживают боковое стекло, для инспектора интереса они не представляют. Но как только вы их раскроете, инспектор вправе посчитать, что вы сами себе ограничили обзор с места водителя. В таком случае он имеет право не только оштрафовать вас на 500 рублей, но и шторки изъять до рассмотрения дела. Кстати, будьте предельно осторожны при установке видеорегистратора. Если инспектор ДПС посчитает, что регистратор установлен так, что препятствует обзору с места водителя, он тоже будет вправе оштрафовать вас на 500 рублей. При этом помните, что инспектор ДПС не эксперт. И если вы уверены, что никакие предметы не мешают обзору, то прежде чем наказать вас, требуйте провести соответствующую экспертизу. Авторадио.